Все больше людей выбирают путь индивидуального предпринимателя. Нередко в этом деле начинающим бизнесменам помогает программа социальных контрактов. За прошлый год заветный статус только в Засвияжском районе города помогли получить 4 людям. И столько же за первое полугодие нынешнего года. Иногда бывает, что люди говорят, значит, мы хотим вот это, но мы не совсем представляем, как вот это нам надо сделать. Мы, конечно, помогаем. И составлять бизнес-план, и какие-то подсказки, какие-то вот такие моменты. Потому что не все же предприниматели. А вот за социальным контрактом супруги Морозовы обратились уже в статусе ИП. Для многодетной семьи прежняя работа не приносила достойного заработка. Пригодились навыки в строительной сфере. Мы долго думали, потом все-таки решились. В декабре я написала бизнес-план сама. Отнесла в соцзащиту, и в январе мы получили деньги в размере 101 тысячи рублей. На полученные деньги предприниматели закупили необходимое оборудование для работы. Сейчас супружеская пара работает по заказам. Честным трудом людям создают уют в домах, себе безбедное существование.